Парк общественного транспорта Владивостока за последние годы существенно обновился, ведь одно из условий контрактов, которые заключает администрация города с компаниями-перевозчиками, это автобусы не старше 10 лет. Так, одна из компаний недавно приобрела новые современные автобусы среднего класса марки «Ютонг». Автобусы будут работать на линии 28-го маршрута, это Семеновская, бухта Ямар, для удаленных уголков нашего города. Автобусы приспособлены для работы в гористой местности, оснащены коробками. Также, по словам директора компании, на этом обновление автопарка не закончилось. В скором времени планируют заменить все автобусы на более современные. Они адаптированы для поездок маломобильных граждан, имеют в салонах камеры видеонаблюдения и автоинформаторы, панели с бегущей строкой, на которых обозначен маршрут и остановки. Автобусы очень современные, повторюсь. Присутствует электронное табло. Места для пассажиров с коляской инвалидов, откидная аппарель, опускающийся пол регулирующий. Автобус очень теплый, где-то в районе 5 печек там. Поэтому, думаю, зимой люди будут просто радоваться. Как отметил главный специалист управления транспорта администрации Владивостока, замена автобусного парка – важное направление в работе городских властей и перевозчиков. Только в прошлом году на дороге приморской столицы вышло более 100 единиц автобусов малого, среднего и большого класса. Компания производит закуп новых автобусов регулярно. В том числе вот компания «Райнер» сейчас закупила новые автобусы, которые выйдут на 28-й маршрут. Маршрут длинный, продолжительный. Техника не выдерживала. Вот закупили новые автобусы, чтобы пассажиры могли ездить спокойно, без всяких проблем. Напомним, в Владивостоке работает 10 автотранспортных предприятий, которые перевозят пассажиров по 94 маршрутам. Анна Дьякова, новости на 8-м.